Потребность закрыта на 100%. Местами в детских садах в Челябинской области обеспечены все дети старше 3 лет. Такие данные озвучили сегодня в областном министерстве образования и науки. Основной прием в детсады уже закончен. Там приняли около 15 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. По необходимости принимать в детские сады будут и дальше. Тех малышей, кому исполнится 3 года. Для этого нужно зарегистрироваться в электронной очереди. Проблем, заявляют в министерстве, быть не должно. В том числе благодаря открытию новых детских садов. Всего в области за 2016 год создано 9 тысяч дополнительных мест. Мы действительно за год существенно добавили количество мест в детских садах разными способами. Это и открытые новые детские сады после строительства, приобретенные детские сады, это и дошкольные группы в образовательных организациях. Так, например, под детские сады выкуплены помещения на первом этаже в поселке Новосинеглазово и на улице Лесопарковой в Челябинске. Там до конца года откроют детские сады на 180 мест. Планируется реконструкция еще 6 объектов в Челябинске. Также откроют детские сады до конца года в Копейске, Верхнеуральске и в Полетаево.